В эти дни в Санкт-Петербурге проходит международный форум «Арктика. Настоящее будущее». От Мурманской области в событии принимает участие заместитель губернатора Ольга Кузнецова. На одной из сессий она рассказала о инвестиционном развитии нашего региона. Речь о территории опережающего развития столицы Арктики. Здесь важный момент, что благодаря режиму ТОР все подрядчики, которые работают на этом проекте, зарегистрировались в Мурманской области, и мы получаем от этих 20 тысяч работников порядка 1,5 миллиарда НДФЛ в год. Есть инвесторы, вкладывающие средства в развитие перспективного для Заполярья туристического бизнеса, например, в Териберке. По словам вице-губернатора, правительство Мурманской области намерено нарастить туристический поток в регион до 1 миллиона человек в год. На помощь предпринимателям, занимающимся гостевым бизнесом, приходят преференции режима арктической зоны и субсидии. Для нас, конечно, основной вызов – это поработать со стоимостью, помочь бизнесу, оптимизировать там налоги, какую-то нагрузку на бизнес. И вот те преференции, которые сегодня министр Алексей Олегович Чеканков озвучивал, резидент арктической зоны, тоже помогают вот над этим всем работать, снижая нагрузку на бизнес. Ну, из позитивного туристы отметили, конечно, природу. Это то, что нам дано, как бы, да, мы в этом, нашей заслуги в этом нет, но нам важно ее и сохранить, и не испортить тем большим, достаточно большим наплывом туристов,